Ну что, подписчики, в этом видео мы поговорим про ремонт электромеханической пишущей машины Етрань. Вот, конечно, вы, может быть, и смотрите на вот это вот, думаете, что корпус есть, а машина где, но потом в конце видео вам станет ясно, что имелось в виду. Вот, поговорим, значит, как я сказал, про ремонт пишущей машины Етрань, про правильный ремонт. Видео это я посвящаю одному своему фолловеру Алексею Панину, который следит за моими новостями, активно все лайкает, комментирует, засматривает по 100 раз и так далее. Вот ему тоже будет интересно узнать как бы новые вещи про ремонт пишущей машины Етрань. Вот. Поскольку я с Германии, здесь у нас нету как таковых Етраней, здесь у нас оригинал ёшный, то есть Олимпия СГЕ. Это вот у нас Олимпия, как мы видим, Excellence, с пропорциональным шрифтом и карбоновой лентой. Тут еще карбоновая лента была. Вот, значит, рассмотрим ремонт Етрани, как ремонтировать пишущую машину Етрань. Значит, вот стоит перед вами машина. Достаем, то есть снимаем корпус, верхнюю крышку, снимаем от машины Етрань. И вот у нас здесь вот внутренности. Значит, что мы делаем? Мы раскручиваем здесь вот шурупы, то есть откручиваем шурупы, которыми держатся вот эти вот внутренности. Снимаем, значит, пишущую машину Етрань низу корпуса и выкидываем нахуй. Можно взять на металлолом, тогда деньги будут, немного денег. То есть вам там заплатят самую дорогую цену, которая стоит пишущая машина Етрань. Вот такая вот она ценная. Вот. Здесь у нас еще должна быть ДВПшная такая вот крышечка внизу. Ее снимать не нужно, ее нужно оставить вместе с шурупчиком, которым она крепится. Вот, и саму вот эту бадью можно использовать так, чтобы пишущая машина Етрань принесла еще пользы. Вот, как это использовать? Можно поставить эту бадью в хлев и использовать как свиное корыто для корма, допустим, только не жидкого. Жидкий корм будет через вентиляционные щели проливаться вниз. Вот. Значит, свиное корыто. Потом можно поставить обратно крышку от пишущей машины Етрань на корпус от пишущей машины Етрань. Вот, как эта хуйня делает. Нигде от нее пользы нет, блядь. Вот, можно установить верхнюю крышку от пишущей машины Етрань. Здесь чем-нибудь как-нибудь закрыть, это на ваше усмотрение. И получится такой вот домик для кошки. Вот. Домик для кошки можно сделать также другой вариацией. Повернуть машину к себе задом туда передом. Здесь тоже как-нибудь все закрыть. Можно открыть и сюда постелить чего-нибудь. Тогда тоже получится домик для кошки. Вот. Возможно, даже и для котят. Вот, значит. Еще одно интересное применение, то есть то, что, на что еще способна более-менее пишущая машина Етрань, это на что она не способна, это, блядь, закрываться нормально. Корыто свиное, блядь. Вот. Как еще можно пользоваться вот пишущей машиной Етрань? Это оставляем вот эту, естественно, стеночку нижнюю, закрываем корпус и несем все вот это вот, вот это вот чудо, как бы юдо технического прогресса на дачу. На даче мы насыпаем сюда земли, садим сюда что-нибудь, сюда можно травку посадить, и будет у вас бадья для рассады. Это тоже довольно-таки полезное применение для пишущей машины Етрань. Вот. Как еще можно применить пишущую машину Етрань? Давайте подумаем. Ну, допустим, я придумал, можно заварить дно чем-нибудь металлическим,
И будет у вас такой вот своеобразный, так вот, авторский чемоданчик для инструментов. Вот. Вот так вот его будем носить с собой элегантно, так вот, брюки превращаются, да, как мы все помним. Вот. И будет у нас такой вот шумобзданчик для инструментов. И вот отсюда вот их удобно будет брать, вот эти вот инструменты. Вот. Или же, если вы работаете на предприятии, каком-нибудь особенно большом предприятии, значит, откуда у вас осталась пишущая машина Етрань, можно, как я уже сказал, выкинуть нахуй эти вот бесполезные внутренности, да, сдать металлолом и так далее, и поставить где-нибудь на заднем дворе, значит, вот эту вот чудесную пишущую машинку. Вот. Сюда можно постелить какой-нибудь листовой металл, жесть там и так далее, облицовку какую-нибудь. Вот. И это будет элегантная пепельница. Пепельница для большого предприятия в стиле ретро-бюро. Вот. Здесь можно, допустим, тушить сигареты какие-нибудь. Здесь можно здесь вот отдельную вот эту вот такую вот эту сделать, как его, блять. Водичку налить, и вот сюда можно бычки бросать, и они будут тушиться. Вот. Еще. Ну вот, в принципе, пепельница в стиле бюро 60-х. Вот. Чудесной и полезной пишущей машиной Етрань. Вот. Как еще можно использовать пишущую машину Етрань? Вот. Ну, как мы видим, здесь вот клавиатура немного так вот западает, да, вот, от себя уже, ёпта. Ну, посмотрим, значит, как можно... Что, блядь, муха, что ли, там какая-то нахуй? Вот. Как можно использовать пишущую машину Етрань, блядь? Еще как можно это вот корыто, блядь, свиное использовать? Давайте вместе подумаем. Ну вот видите, она даже вот не может закрываться нормально. Ну какая это пишущая машина-то, блядь? Вот, ну пока мои вот как бы идеи иссякли, идейное вдохновление закончилось, подписчики, жду ваших идей в комменты. Алексей Панин, тоже можешь кидать мне свои идеи, потому что я уверен, что ты найдешь достойное применение для вот этой вот чудесной, значит, пишущей машины Етрань-Олимпия СГЕ. Вот посмотрим на нее, какая она у нас красивая была когда-то. Шучу, не была она никогда красивой. Вот. Ну вот. В принципе, это вот у нас самая полезная часть, которая осталась от этой чубздесной пишущей машины. Здесь еще такой ободок должен быть. Вот. Ну, его вот... Пока что его нет на видео. Он обязательно появится. Вот. Значит, подписчики, скидываем идеи в комменты. Алексей Панин, бомби. А я заканчиваю на том видео. И, наверное, как-нибудь отнесу таки в металлолом бесполезную часть этой пишущей машины, а полезную часть, которую вот мы созерцаем сейчас на данный момент, ее оставлю под какое-нибудь более лучшее применение. Вот. Скорее всего, я пущу эту машину как горшок под рассаду. Вот. В принципе, сюда вот эту вот стенку нижнюю, целлофанчик постелить какой-нибудь так вот сверху. И землю насыпать и в нее что-нибудь посадить. Здесь, допустим, травка будет, где клавиатура. А отсюда будет расти уже что-нибудь побольше. Потому что места в этом корыте довольно-таки достаточно. Два младенца поместятся. Угу. На прощание посмотрим еще на ёптикетки, точнее, шильдики из Казимуа. Вот, ну, блядь. Олимпия Верки АГ. СГЕ 52, 220 вольт 50 Гц, 50 ватт. Interference Eliminated, то есть вот эти вот сетевые помехи. И здесь вот у нас Олимпия Верки Вильгельмсхафен.
Вот, то есть опозорилась фирма Олимпия, изобретя вот такую вот уебищную единицу измерения металлолома. Вот, на том заканчиваем видео.